Всем привет! С вами Карцева Елена, и сегодня я перехожу к своему новому проекту «Полевые цветы». Чтобы их вышить, мне понадобятся пяльцы. У меня пяльцы где-то 13 сантиметров, ручка для ткани, ножницы, игла. Я использую иглу для бисера номер 10 у иглы. Ножницы вы можете взять любые, у меня вот эти специальные ножницы для вышивания. Также вы можете взять обычные ножницы, ну не очень большие, которые у вас есть дома. Например, вот такие канцелярские ножницы. Ткань у меня будет тонкий лен, он достаточно прозрачный. Нитки я возьму оттенков, как вы сейчас видите на видео, черные, зеленые, синие, желтые, розовые, красные. То есть такими цветами я буду вышивать цветы. Игла мне пока не понадобится. Сначала я вам покажу, как переносить рисунок на ткани. Но при условии, что ткань у вас достаточно прозрачная. Если у вас будет плотная ткань, то этот способ вам не подойдет, к сожалению. Пяльцы я обтянула тонкой тесьмой. Это нужно для того, чтобы ткань у меня как можно лучше была натянута на пяльце и не соскальзывала с него. Ткань для вышивки желательно брать такую, чтобы она у вас не тянулась. То есть это не должна быть стрейч ткань. Для вышивки желательно брать ткань такую, чтобы она не тянулась. Особенно если вы только начинаете вышивать. Поверьте, вам это будет очень удобно. Нежели если вы возьмете, например, какую-то хлопковую ткань, типа кулирки, там, чтобы вышить на футболке, к примеру. Для новичка это очень сложно будет. Поэтому я рекомендую взять какую-то натуральную ткань, ну, чтобы она не тянулась. Например, хлопок или лен. Сейчас я хорошо натягиваю ткань на пяльце. Она не должна у меня провисать. Натянута она должна быть, ну, вот как барабан. То есть, если я постучу пальчиками по ткани, она не должна у меня вниз проваливаться. Здесь такой порядок. Сначала вы натягиваете ткань с разных сторон пяльца, закручиваете плотненько винтик, проверяете, дальше еще раз натягиваете ткань, опять закручиваете винтик. И так, пока она у вас не будет натянута достаточно плотно. Итак, я хорошо натянула ткань на пяльце и могу приступать к переносу рисунка. Для этого я беру ручку для ткани. У меня специальная терморучка. Я беру эскиз и кладу его рисуночком с обратной стороны на пяльце. Эскиз я специально вырезаю где-то миллиметров на 5 больше, чем диаметр внутренний пяльца. И вот так вот я его немножечко подгибаю, чтобы он у меня плотненько очень сел по пяльцу. Я переворачиваю пяльцы, и, как видите, рисунок у меня хорошо отсвечивает. Немного выравниваю еще рисунок, чтобы он у меня был по центру и не смещался в сторону. Сейчас я беру ручку и начинаю обводить рисунок. Я с обратной стороны поддерживаю эскиз, чтобы он у меня не выпадывал. И начинаю обводить каждую линию. Очень сильно давить на ткань не надо. Ручка это рисует очень легко. Если вы пользуетесь обычным карандашом или обычной ручкой, то тоже очень сильно надавливать не надо. То есть должны такие получиться легкие линии.
Вот так легко и быстро я перевела рисунок на ткань. Теперь мы можем убрать эскиз и приступать к вышивке. Смотрите мои новые уроки по вышивке этой цветочной полянки на моем канале YouTube и у меня в Instagram.